снимай, снимай. Потные, грязные. Потные, грязные приехали сюда, добрались. За час поднялись. Вот, и смотрим вниз. Кто-то говорил, здесь боится высоты там. Чего тут бояться ее? Ну, красота, просто неписанный пот. Ну как? Нравится? Красота. Неписанная. Вообще, красотища, но жарко. Очень жарко. Как ты поднялась? Я тебя бросил, да, побежал остановить голову, чтобы хвост догнал. Так, посмотришь, и вокруг. Да, да, да. Люди сидят, отдыхают. Да. А мы тут обалдеем, да? Да. Все. Ну, сейчас бы еще вино бы, да? Ну и здесь нет, очень жарко. Нет, водички холодненькая пообливаться. Прям, чтобы хорошо потело. Ну, мы... Ласково, да? 2,2 километра в гору за час мы дошли. Неплохо. Ну, а что, то есть подниматься-то? То есть подниматься-то нечего. Увах, схвах. Тацари там, парингям, харго, деваси, атхимахи, йо-йо, нах, прочий даят. Но это, между прочим, настоящее. Это херня, которая... Ты на каком заговорили? Буддисты, да, с кем? Буддисты вам. Ты что, буддист? Увах, увах. Помню, видите, с детства помню, надо же. А кто тебя учил? Это дядя Леня? Да. Это после одуванчиков. Да, да, после одуванчиков, да. Ты как одуванчики покушал и сразу заговорил, да? Сдачу экзамена, да. На собранность, на внимание. Да. Да, и твой мозг, значит, вот так вот он переотачивается, и перед экзаменом вот это вот читают. Да. Да. Спускаемся, и нереально все. Поднимаюсь, не знаю, вот доберусь или не доберусь. Просто обманывает, вот просто обманывает. Девочку нашел. Хорошая девочка. Ну, пойдем в лесок сходим. Куда не это? А что? Нормально, да? Свежий воздух. Отлично. Когда так вот выберешься? Вот? Я бы просто лежал бы на диване. Пластом лежал бы, да, пролежни появлялись бы. Переворачивался с бочка на бочок. Да. Вот. Так, зато... А зато сейчас вот задыхаюсь, да. Все болезни, которые у меня были скрыты, проявились. В полном объеме. Зато я увидел это орлиную горку или полку. Полку. Вот.